Следующий урок Create a Builder for Dirt List. В общем, создаем список балок пуля, я так понимаю, с точками. Так, ага. В общем, HTML имеет специальные элементы для создания Under Dirt List. Я так понимаю, это не нумерованные списки, неупорядоченные списки. Or bullet point style list. Ага. В общем, список начинается с элемента UL. И каждый новый элемент списка тагом ли. Ну и в конце концов он выглядит вот так вот. Ага. Вы должны создать список. Ага. Элементами молоко и сыр. Remove the last two element and create on. Угу. Удаляем два последних абзаца и создаем два вот этих вот списка. That cat slow for the bottom of the page. Так, ну, удаляем два абзаца, удалили. Теперь создаем два элемента. L, список открывается, L, список закрывается, делаем два абзаца, пишем ли, теперь закрываем это ли, закрываем второе ли, первое у нас надо milk, второе cheese. Ух ты, я так создать. О, элемент создали. You should have three element. Три элемента. Ну, давайте третий сделаем. Так, сразу вот отображаются все эти. Каждый OL, а, OL элемент, закрывающийся таг. Вот он. Ли. Должен иметь. You should not contain an empty string. Ничего не понял. Milk. Давайте напишем колбаса. Немного противоречивые условия было. Надо три элемента, а написать только молоко и сыр. Но я написал еще колбасу. На этом все.